В этом видео ребята будут строить парусники за 1 час. И потом их задачей станет доплыть до самого конца. И тот, кто утонет, тот будет плакать на камеру. Ура! А сейчас запускаем традиционный салют. Вы уже на полпути, прошло половина времени, я сейчас посмотрю, что вы построили. О, Агуша здесь какой-то небольшой кораблик, и выглядит он неплохо. Будет огромный такой комната, потом тут будет штурвал, парус огромный, черный. У тебя осталось только половина времени, ты как думаешь, ты успеешь закончить? Да, я все успею, ты что, меня не веришь? Нет, я в тебя верю, но тебе еще надо будет добыть до конца. Иначе придется плакать. Да я доплыву, чё? Пока Агуша строит маленький кораблик с парусами, пушкой, Йогурт просто построил гигантскую яхту. У меня, я сделал роскошную комнату для тебя, поэтому если ты захочешь, будет элитная комната. Ладно. Все будет сделано внутри золота, ты будешь в ней просто сидеть и кайфовать от прекрасной поездки. Агуша строит маленькую лодку, делает все, чтобы выжить, а ты просто решил сделать огромную лодку, на которой будешь сидеть и отдыхать. Хекс, что это? Что за лодка такая странная? Я таких никогда не видел. Ну, я таких тоже никогда не видел, но я делал свою уникальную лодку. Это лодка... Из золота, да? Не. Что с парусом? Парус, он еще в воздухе... Ты еще золото зачем-то покрасил в белый цвет? Зачем красить золото? Я не понимаю. Это не золото. Мрамор. Это мрамор итальянский. Я собираюсь в конце усложнить вам игру очень даже сильно. Будьте готовы ко всему. Вау! Мастер билдера Common Fox реально красивую лодку строит. Если честно, мне эта лодка пока больше всех нравится. Не в обиду. Здесь просто два паруса, и вот этот каркас, это прям идеально. Все идеально. Все молчат. А что говорить? Что говорить-то? Да. Мастер билдер. Нет, это не просто красиво, это очень! Это очень! Common Fox умеет строить корабли. Ну, естественно, он умеет строить корабли. Привет, Радок. Кажись, он обожает смотреть уроки английского и типа... Это тазик с парусом? Да, реально, это тазик с парусом. Здрасте. Ты плот просто построил? Ну, с парусом же. Это самый дешевый плот. Ладно, Мэнди, удачи тебе затонуть. Ладно, я шучу. У вас осталось всего лишь 19 минут. Вау, вот это я понимаю, парус. Вот это прям слишком эпично. Вау. У него здесь с одной стороны 6 пушек, с другой стороны еще 6 пушек. Раз мачта, два мачта, три мачта. Тут столько этих штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что? Тут даже есть веревки, на которых все это держится. А где трюм? Трюма, видимо, нет. Этот парусник все равно очень крутой. Ну и как ни странно, его построил мастер-билдер. На трюм денег не хватило, понимаю. Так, пока там у нас уже происходят перестрелки, мы посмотрим твой корабль. Вау, вот этот нос, это прям... Этот нос, это нечто, надо туда попасть. Так, я поднимаюсь по носу. Так, сюда, треник, все, я здесь. Я нахожусь на носу парусника. Как же это эпично. Еще под такую музыку, Давай посмотрим, на что твой корабль способен. Бах. Эпично приземлился на воду. Этот корабль прям смотрится очень эпично. Я думаю, что своими 6 пушками он сможет всех уничтожить. Он открыл огонь. Все, мне твой корабль нравится, он очень крутой. Здесь много пушек, здесь много декора, он очень красивый. Нет, смотри, мы только что посмотрели огромный, красивый, полностью вооруженный парусник. И после всего этого нам нужно посмотреть вот этот замечательный плотик. Ну давай показывай, что тут. Погнали. О, ну у тебя парус болтается, это прикольно. Я не представляю, как ты будешь на этом плыть. Так, ну надо все-таки глянуть, что здесь есть. Здесь у нас есть 7 бревен, и на них стоят еще 2 маленьких бревна. И все это завязано веревкой, чтобы не разваливать. Хотя мне кажется, что это скотч, замаскированный под коричневый цвет. Прикольно. Я еще ни у кого не видел, чтобы парус двигался. За это лайк. Это тазик Родока. Почему это тазик? Мне кажется, это сковородка. Видишь, даже сзади держалка есть. Ты серьезно собираешься пройти билд-бот на сковородке? Ну, в принципе, парус есть. Так, эта лодка умеет ехать. Получается, твоя сковородка умеет плавать. Ой. А также у нее есть турбо-ручка. Бьюм.
Если честно, пока что это самый странный корабль. Пишите в комментах оценку этому кораблю. Добро пожаловать на этот элитный корабль. У него есть один вид, у него есть два огромных паруса, прекрасно он такой носит. Стоп, а йогурт, тебе не кажется, что этот парус слишком большой? Не, маленький. Ты мне обещал уютную каюту со всеми удобствами, в которой я смогу отдыхать. Где же она? Добро пожаловать. А конфеты где? А печеньки? Это настоящая черная жемчужина. Какая-то маленькая лодочка и все. Ну, маленькая, да удаленькая. Так, я залезаю. Тут тройной парус. Ой, парус. Парус. Да. С черепами, трюмом. Да. Так, если в трюм нельзя зайти, то я обижусь. Нельзя. О, тут у тебя... Вау, ты поставил пушки, чтобы бомбить всех людей, да? Да. Тебе это понадобится. Ух, смотри. Чисто на парусе символически по размерам корабля стоит череп. Дай порулить. Поведай нам, Хекс, о своем корабле. Как я сказал, этот корабль 100% не из золота. Твой корабль меня съел. Ну, потому что тут углы острые. Ну все, минус балл, нельзя залезть. Что делать тут? Можно вот запрыгнуть. Смотри, значит, здесь есть два гарпуна на случай, если... Ну, что-то пойдет не так. Это якорь, наверное. Да, смотри, это якорь, наверное, да? Якорь, гарпун, да. Четыре пушки для того, чтобы бомбить. Дальше спуститься, кстати, вниз. О, тут есть... Как это называется? Фу, каюта. Какая каюта? Это называется трюм. Так. Ну, здесь толком ничего нету, кроме сундучка с золотом. Твой парус это прям отдельный вид искусства. Еще на борту есть 250 тысяч тонн тротила, они невидимые. Такой вот корабль. На твоем корабле забор это перевернутые скамейки. Такое. Это не скамейки, это дизайн какой-то. Ну что ж, пришло время для долгожданной гонки. И помните, кто не доплывет до конца, будет плакать. Я думаю, что вам будет слишком просто доплыть до конца. Вам интересно, как я хочу усложнить вам игру? Да. На каждого из вас я установлю немного тротила. И вам придется плыть очень осторожно. Вы готовы начать путешествие? Да. Мне страшно. Не забывайте, на вас находится динамит. Раз, двой. Отправляйтесь в плавание, давайте. Короче. Так. Оу, Мэнси, что с тобой? Мэнси рассыпало. Да, его рассыпало. Кажись. Оу. У кого-то уже динамит взорвался. Что? Какой батл-флип? А, не, я жив. Я тоже жив. Ладно, давайте. Пока что Command Fox в самом впереди. Только взрывать же нельзя было, в смысле, после фонтана. Так вы сами взорвались. Бедный Мэнди, его жалко. Command Fox реально всех опережает и довольно на большое расстояние, но его догоняет Хекс. Вон он там, я его вижу. Молния бьет! Нет, Command Fox, давай, нет, вау, я потерял камеру. Вы все находитесь на одном уровне и там застряли. Агуша на берегу, Йогурт тоже на берегу. А Мэнди вырывается вперед, но перед ним едет Хекс. Вау, Command Fox уже на уровне приливов и отливов. Его паруснику явно не сладко, у него огромная пробоина в центре. Интересно, он сможет доплыть до конца? Но пока что он самый первый, с очень большим отрывом. Command Fox получает очень много урона. Ребята, вы как там, вы в порядке, я надеюсь? Я нет, не в порядке. Вы еще продолжаете драться? Зачем? Зачем вы деретесь? Команд Фокс не случайно вообще. Я двигатель проверяю. Вы тонете, вас бьют камни, и еще вы деретесь. Зачем? Перемирие устроите. Я Команд Фокс не стреляй в меня. Не надо. Помогите, я сейчас перевернусь. Мама. Команд Фокс, если бы ты не стрелял по нему, возможно, он бы выжил. Знай, ты заставил Агушу плакать. Он первый начал. Ну, тогда честно, все. И совсем недалеко Хекс у нас тут есть. Давай, Хекс, я в тебя верю. Догони Команд Фокса, Хекс, сможешь? Пробую. Нет, его подбили пакманы. Что? Йогурт жив. Удивительно, но йогурт жив. Ой-ой-ой. Все, кажись, ему хана. Тут огромные осьминоги его атакуют. Я еще цунами. Command Fox, кажись, это карма. Он подлетел, он упал, у него от корабля ничего не осталось. Еще одна щупальца. Удар. То это уже не корабль, знаешь. Но если ты доберешь до конца, это будет чудо. Ой-ой-ой, сейчас тебя польют вкусным кетчупом. Нет, Command Fox! Нет! Нет, Command Fox! Его ударил, его собственный корабль. А вот и карма настигла. Его же корабль ударил его и затопил. Ужас. Давай, Хекс, последнее испытание. Нет, я думаю... Все, я умер. Да уж, жалко. Я думал, Command Fox доедет на своем крутом паруснике, а у него он сломался пополам. От твоего корабля, Хекс, вообще ничего не осталось. Да, я понял. А вот и сковородка, но только в ней никого уже нет, видимо. И вот тут та же участь постигла. Неужели никто не доплывет до конца, ребята? Йогурт, ты что здесь забыл? О, ура!
Я плыву! Я плыву! Ура! О, привет! Привет. Ты единственный, кто выжил на этом испытании. Потому что у тебя кроме мачты ничего не осталось. До конца доплыли лишь кусочки корабля Агуши и Хекса. Но это все равно не считается. Так что давайте идемте все плакать. Все, раз, два, три. Все, хватит, хватит, хватит. Спасибо за участие Common Фоксу, Агуше, Йогурту, Хексу, Радоку, Мэнди Передаю привет медведю, точнее коту. Дорогие друзья, я под каждым видео ухо оставляю комментарий, любой. И я отвечаю на ваши комментарии. Делайте, как я. Вот другой интересный ролик. Всем пока.